давайте я вам покажу, как я разделываю куропатки в тех случаях, куропаток, в тех случаях, когда повреждено крыло. Почему такой метод я выбираю, когда повреждено крыло? Потому что мой любимый метод, который я уже вам показывал в одном из видео, я ссылочку здесь укажу, на моем канале есть метод, который я выучил, который мне показали мужики на Аляске. Очень удобный, как отделять грудку от любой куропатки. Вот. Ну или там рябчика, неважно. Этот метод немножко отличается. Тот метод, ну посмотрите, в общем, видео. Там смысл в том, что там нужно наступать на крылья и вытягивать грудки здесь. Вот, допустим, у этой птички перебит крыло так, что если я наступлю, то у меня не получится вытянуть грудку, потому что крыло оторвется, скорее всего. Ну и получится, черти что. Первый шаг я беру, здесь вот у нее, где грудь, на груди немножко отдираю перья и зацепляю шкуру, оттягиваю немножко вперед, отрываю кусок, для того, чтобы мне стало видно, вот откуда шея выходит, вот это отверстие внутрь туда уходит, в загрудку. Вот мы, значит, оголили немножко грудь, вот это отверстие, мы берем в это отверстие, вставляем палец, потом вставляем, ну, максимально, насколько глубоко вы сможете, вот так вот. Видите, да, палец вставлен. Теперь берем голову другой рукой и тут вставлено. Ну и просто вытягиваете все это дело на две части, разрываете. Ну, примерно так. Ну, вот. Теперь у нас это мы в сторону все откладываем. Теперь у нас здесь, а что у нас здесь, что мы имеем? Немножко оттянем шкуру с перьями. И вы заметите, что мы получаем чистую грудку. Притом внутри она такая же чистая, никакие кишки, ничего. Идеально. Ну, давайте я сейчас до конца оторву шкуру эту. Крылья. Крылья тут ни о чем, они малюсенькие. В принципе, их можно просто оторвать, выкинуть. Или, если хотите, вот эти крылья можно отнести домой и потренировать щенка, или дайте кому-нибудь знакомому, который щенка себе завел, чтобы он потренировал. Ну, или пусть своя собака играет. Ну вот. Ну вот у нас получилась вот такая вот чистая, аккуратная грудка. Вернемся сюда, вот это вот то, что я отложил. Ноги. Видите, здесь у нас, собственно, они уже почти готовы к употреблению. Единственное, что еще я возьму отсюда, это ноги. И то, на самом деле, это уже на любителя, потому что тут особо мяса не так и много, но все-таки оно там есть. Я использую ножницы, мне все чаще, все больше нравится использовать ножницы при разделке. Но, в принципе, это можно делать ножом. Ну и просто я отрезаю ногу. И вот получаю, пусть небольшая, но все-таки вкусная ножка, которую можно либо закоптить, либо погрилить, либо шулюм пустить, для чего угодно можно сделать. Ну и также со второй стороны. На этом все. Всего хорошего.